Сочинки завоевали бронзу командного чемпионата России по дзюдо. Турнир состоялся в Нальчике. В соревнованиях принимали участие 10 сборных – Южного, Центрального, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного, Дальневосточного, Северокавказского, федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга. В составе сборной ЮФО боролись представители сочинского «Динамо», мастера спорта России Кристина Карикян и Алия Бекужина. Команда вышла в полуфинал, взяв верх над дзюдоистами Северо-Западного федерального округа со счетом 8-6, но проиграла сибирякам. Встреча за третье место против сборной Северокавказа Кавказского округа осталось за нашими дзюдоистами – 10-4. В итоге бронзовыми призерами командного чемпионата России стали сборные Южного федерального округа и Москвы. Кристина Карикян тренируется в 10-й сочинской спортшколе, а Алия Бекужина – в 4-й спортшколе Олимпийского резерва в Лазаревском районе. Тренер спортсменов Сергей Дубровский воспитал уже не одно поколение чемпионов.